Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси, и мы продолжаем играть в игру Sims 4. Это челлендж Династия. И наш Луиджи Росси продолжает свое становление как глава династии. Итак, в прошлый раз мы закончили, что немножко обустроили ему собачью будку. Пытаемся завести отношения. Конечно, они у нас пока не очень получаются, но я думаю, мы этого достигнем. Так, а наша подруга пошла почему-то к нам в душ. Интересно, у нее нет своего душа, если она идет к нам. Так, Дина Гангадзе. У нас с ней небольшая любовь происходит. Молодая. Так, подождите, подарите розу. Давайте ей подарим розу. Тем более, кстати, он сейчас очень кокетливый хлопец. Вот как бы так, да. Ну, конечно. Я бы, конечно, предложил тебе позабавиться, но наша кровать, к сожалению, не позволяет это сделать. Ну, когда-нибудь, когда мы разбогатеем. Нет, в принципе, можно сейчас поставить новую кровать, но у нас банально не хватит места, придется жертвовать холодильником, но я пока не готов. И думаю, он тоже не готов. Хотя, вы знаете, можно попробовать, наверное. Пока там у них идет деликатная беседа. Давайте выберем режим строительства. Так, режим строительства. Стена. Значит, делаем вот так. Не, нам не хватит все равно. Так надо нам удлинять нашу халабуду. И в принципе все у нас. Не хватило денег. Ну ладно. Ничего страшного. Я думаю, у нас все получится. Так, хорошо, это все стены. Настенное покрытие. Блин, я не помню, как копировать. Краска. Показать все другое. Блин, а как же скопировать? Нет, это не то. И это тоже не то. А, вот так вот, наверное. Пипетка. Вот так. Вот, получилось. Так. Так. И вот так. Так, осталось у нас еще $46. Мы сейчас пипеткой скопируем пол. Вот так хотя бы есть. Так, и теперь еще давайте все-таки посмотрим, сколько стоит двухспальная кровать, для того чтобы мы могли уже начинать. Ого, 430 баксов, это до хрена. Конечно, переставим лампочку. Все, возвращаемся в режим жизни. А, нет, подождите, не возвращаемся, надо товарища нашего подвинуть вот так. Все, возвращаемся. Какие веб-страницы просматривать? Ты тут давай, там, я не знаю, стать парой, к примеру. Все, да, она согласна, все, отлично. Ну вот так вот, все, чисто, зачекинились. Все. Да, да, конечно. Так. Но он ее соблазняет, она говорит с ним о ламах. Ну, в общем, я думаю, она довольна. Кстати, ты ловелас недоделанная, когда тебе на работу? Ага, выходной. Достичь. Есть. Так, он хочет пипи. Ну, хорошо, что они уже стали парой, он при ней спокойно может идти опорожняться. Радостно. Страстный поцелуй, как раз вот пописал. Руки можешь не мыть.
Вот так вот. Что происходит, боже? На фоне холодильника, да? Романтика. Все, в общем, я за тебя очень рад. Сделать предложение, хвалить. Делать юху, а у нас негде, блин, его делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, она думает за кровать. Думает, что тебе такая кровать маленькая. Да, все, пока, давай, нам надо тоже заниматься своими делами, любовь любовью, но сам ты не поешь. Так, готовить поужинать, садовый салат, в принципе, у нас не на чем готовить, мы можем только довольствоваться салатом из свежих овощей. Вот этих он мастерски его готовит. Тоже, ребятки, надо уметь, я вам так скажу. Кстати, а как-то ж можно включить режим, чтобы не было видно вот этой всей хрени, я не помню как. Если вы об этом знаете, обязательно напишите мне в комментариях. Да, понятно, да, там тебе очень вкусно, давай. Ты кто? Зои Петл? Да нет, нам-то уже Зои Петл не интересно. Увеличение навык, я нравится, в виде игры и фитнес. Он, кстати, книжный червь, ему бы почитать что-то, поспать, меломан, потанцевать, послушать музыку. Родословную Луиджи он пока один, видите, вот надо это надо работать. Так, ладно, ускоряем. Давай, доедай. После того, как ты доешь. Нам надо... Бодрость, кстати, ты... О, да, возьми. Луиджи, кажется, мне нравится персонаж по имени Олег. Не понял. В смысле тебе нравится, блин, Олег какой-то? Какой Олег? О чем ты? Роковая какая. Девчуля. Так, он хотел вздремнуть. Дремнуть. Ну тогда лениво дремать. Есть. Выполнена цель. Блин, чем бы тебе таким заняться? Надо, короче, пойти где-то потусить, я так думаю. Жизненная цель. Но мне не нравится эта жизненная цель. Я бы хотел выбрать другую жизненную цель. К примеру, блять, сюда какие-то цели страшные. Творчество. О, вот это я хотел бы творчеством лучше заниматься. Это мне более импонирует для него. Так, отправиться в библиотеку. Блин, не вопрос. У нас такой, конечно, огромный участок и... Маленькая собачья будка. Так, библиотека. Жилой дом. Музей. Коктейль-бар. Спортивный зал. Бар. Парк. А у нас тут нет библиотеки, дружище. Может, стоит поискать... В музее? Давайте посмотрим. Нет, мы сами пойдем. Пойдем сами, сейчас пусть посмотрит, может здесь есть библиотека. Так, будущее в прошлом, хорошо. Есть туалеты, я уже это оценил. Здесь у нас ни хрена нету. Короче, да, тут тупо музей, реально, в прямом смысле слова музей. Кстати, блин, я не могу, я хотел бы этом что-нибудь порисовать. Ну, иди тогда, смотри, любуйся. Блять, раз приехали. Хотя там на работу нам скоро.
через 11 часов. Все, посмотрел, понравилось. Валим туда отсюда. Поехали в парк. Может, и какие-то там сосисочки можно поджарить. Сами поехали. Так, парк. Стать космическим монстром мы не можем делать. Так, что у нас тут? О, есть книги. Почитать что-нибудь. Играть в шахматы. Тот факт, ему нравится блюз. Да, хорошо. Видишь, как хорошо тебе все совпало. Играет блюз, ты читаешь книгу. Еще и очень счастливый стал. Так, а что тут можно считать? Как ее заманить? Властелин качелей. Линк на орбите. Ладно, что читай, что и читай. Работать бали, учиться сделать напиток. Водички потом попьешь просто. Вот потому что она бесплатная. Думаю, все о ламах. Домашний очаг, в общем, ему это реально нравится. Так, все, я попил воды. Куда ты идешь? Вымыть руки. А че не так с твоими руками? Кстати, а вот и сосисочки. О, они как стоят. Ну, у нас есть 43 бакса. Что-то есть хочешь? Ну, можно было бы что-то поесть. Давайте гамбургер. Наверное. Сейчас посмотрим, как он его приготовит. Наверное, спалит, конечно, все, ну. Кто кокетливый? Блять, не понял. Федор? Я считаю, тебе не нужно общаться с кокетливым Федором. Но судя по тем котлетам, что получились паленые, то я, наверное, даже бы не стал на его месте есть, но у него нет выбора. Так, и это мы положим в багаж. Не будем это дарить. Я за это заплатил, точнее, он заплатил $17, так что валим домой. Положим это все в холодильник. Да чё я должен постоянно кого-то ему давать, блин, в компанию? Пошел, значит, пожарил бургеры и вернулся домой с коголом людей. Так, о. Открыть. Ок. Вот так. Всё. Это мы переложили. Можешь сходить в туалет, принять душ и ложиться спать. Не, я прекрасно понимаю. Блин, ну это детская кровать со звездочкой, это, конечно, жестко. Так, через сколько там на работу? Через 3 часа. Чем мы успеваем поспать? Да, успеваем. Даже можно взять остатки пищи, похавать и... Блин, счета, походу, пришли, а мне оплачивать нечем. Ему оплачивать нечем. 400 баксов. Фу. Налог на участок. Электричество, вода, другие налоги, налоги. Итого... Ого. Ого. Это до хрена, конечно. 800 заплатить. Мы сюда не присаживаем, помимо Александра, пошли на ура. Блять, поздравляю. Что надо?
С одной стороны, хорошие деньги и репутация, с другой стороны, больше работы и ответственности. Нужно же мне это повышение. Конечно, у вас все получится. Получится, получится у тебя. Получается, бортануло нашего братуху. До 17 на работе. Еще пару часиков. Чего? Окей. Еще напряженный. А, понятно. Да не переживай. За нее уже Олег переживает. 280. Так, 280 все равно на кровать не хватает. Хотя, если продать эту кровать... Нет, надо еще раз сходить, короче, на работу будет. Еще раз сходить на работу, а там мы уже сможем купить кровать. Эту продадим. Так, досуг. Досуг, досуг, досуг. Развлечение. Играть. Вот и досуг. Что такое? Ну, просматривай страницы. Если этот досуг поднимает, то... Так, что ты хочешь? Поспать. Да рано еще. Тебя, блин, на работу через 14 часов. Ну, ладно, сам решил, что пора спать. Ну, тогда и так. Не понимаю, почему его не поднимают по этому. У нас все-таки отличное уже. Через 7 часов на работу он уже выспался. Так, понятно, питание. Смотрите, как хорошо, что он туда пожарил. Бургеры за 17 долларов до сих пор хавает. Кстати, он перед работой, знаете, что же он сделает? Типа почистить зубы. Чтобы он был себе уверен. Поэтому даже негде сесть. Когда тебе на работу уже? 3 часа, блядь, долго. Ладно, подождем. Просто уверенность может пропасть. Хотя на 3 часа хватает. Можно на всякий случай почистить еще раз зубы. Нравится, да? Так, все, через час на работу. Да, платим, оплатим. Не начинайте это утрировать. А если даже воду отключат, будем тогда купаться в спортзале. Что надо? Ну все, отлично. Значит, он правильно подсказал, значит, он должен воспрянуть духом. Интересно, я могу сделать частичную оплату, к примеру, только за воду, а не за свет? О, завонялись бургеры. Оп, региональный менеджер. Значит, зарплата теперь будет у нас 53 миллиона в час. Премию получает. Презентация с круговым диаграммом. Новая одежда. Предложить совет по крае действия. Следующее. Ага. Хорошо. Так, есть у нас деньги. Давайте, значит, в первую очередь все-таки оплатим счета. Есть такое дело. Так, теперь мы можем себе позволить ему купить кровать. Где там-то? Нет, но кровать клев это жесткая, конечно. Цвета, цвета, цвета. Ну такую. А? Какое тут лежбище у нас получается. Аж случайно Shift-кейп нажал. Так.
Ну, я считаю, что теперь нам надо сейчас с холодильника убрать. А куда убрать? Мусорный контейнер есть на территории? А, он просто помыл. Универсальный, блядь, стол. Так, теперь мы можем себе вот что сделать, ребятушки. Теперь мы отправляемся вместе с Диной Гангадзе. Так, Дина сидит на месте. Мне понравилась тема по поводу того, что за 17 долларов, 7 миллионов, я извиняюсь, мы приготовили пожрать и забрали это домой. Я считаю, что экономия, ребята, должна быть экономной. Есть, так, мы на месте. Хорошо. Значит, гриль, гамбургер. Погнали. Оп, она уже что-то жарит. Отмена, погнали. Вот так, давай тогда. Да ты готов, не отвлекайся. Так, здесь порция. Интересно, она так пилсул, да. Так, вы хаваете, разговариваете. Тоже бери похавать, девчоночка, не стесняйся. Заказать пиццу. Нахрен тебе эта пицца. Значит, тут проходит день. Хорошо. Варить наряд. Все, поел. Молодчиночка. Блин. А я не могу. Ой, случайно. Вы видели, я не могу положить. О, еще хавайте. Не мог положить себе в инвентарь. То, что она приготовила. Это плохо. Угу, возбужденный. Это хорошо. Так, другие варианты. Романтика. А сделать предложение, это о чем предложение, интересно? А, ладно, тупанул. Ну, в общем, она согласилась. Да, хорошо. Отлично, она рада. Все, бомба. Они помолвились. Планировать свадьбу. Нет, я так не хочу. Давайте, да, что мы будем затягивать? И чё? Ну, музыка заиграла. Какая красивая церемония напротив гриля. Это бомба. Все отлично. Да. Так, съезжаемся. Нажмите ок, чтобы перейти здесь, выйти из семьи и переехать. Какие персонажи будут жить в новых семьях? Окей. Я надеюсь, что это не ее дети. Ой, блядь. Так, ладно. Короче, вот так. Все. Ничего мне деньги никакие не нужны. Это обязательное условие челленджа. Что при переезде ты не берешь деньги своего партнера, ну партнера твоего Сима, скажем так. Все, поехали. Ну конечно, блядь, забираю с собой уже. Любите кексы? Мы тоже. А я читаю, прочитал, любите крыс? Все. Значится. Теперь мы тоже ей управляем. Иди, короче, сходи в туалет. Быстро полоснись в душе. А ты... Ну, как бы она даже в гу сделать.
Хотя, нахер тоху, блядь, он ложится спать. Поэтому ты пока просто расслабься. Ты там давай делай все свои дела и сюда. Ну, сразу видно, блядь, баба пришла. Дела сломала. Па-па-па. Боже, что происходит? Угу. Давай уже заканчивайте, потому что надо, блядь, унитаз чинить. Ладно. Починил через этот. Всё, спать. Мана куда? Что ты хочешь? Убери тогда. Тебе тоже спать пора. Так, посмотрим, кто это у нас тут. Лаборант-почтальон. До работы 8 часов. Ну, самое главное, что мы сдвинулись с этой. Динормантик. Персонаж любит кокетничать, испытывать автоматические чувства. Понятно. Главное, что мы сдвинулись с мертвой точки по поводу нашей династии. То есть это уже легче. Вот, уже видите, как... Сестра. Мать. Ага, все понятно. Ну, да, хорошо, что, короче, это не ее дети. Так. Сходить. Принять душ, почистить зубы и давай быстро перекусить йогурт. У нее, в принципе, нормально. Она может взять себе просто тоже взять остатки пищи. Какие только, я не знаю. Йогурт, ну, пускай так. Так. Вымой руки. И тоже, наверное, почистить зубы. Охренеть. А кто рак? Слушайте, у нее какие-то одни проблемы, блин. Так, что-то там зубы не почистил, да? Ну, конечно, нет. Да ну вы задолбали, ребят. Слышь, Симба, иди почисти зубы. Все. Вот так вот сделайте и валите на работу. А, пошли. Арбайтен. Мне нужно больше денег. Точнее, Луиджи, надо больше денег. Так. А что тут у нас теперь по этим? Угу. Ну тут все нормально. А у нее ничего нету пока. Ну, продуктивность так себе, уже хорошая, уже хорошо. Так. Всегда приятно вас слышать, Дина. Как вы думаете, Андрей Баранкин служит моего внимания? Это типа мать звонит дочери. Я даже не знаю, что по поводу сказать Андрея Баранкина. Ну, наверное... Ну, я не знаю, реально. Я не знаю, кто ты вообще... Кто такой Андрей Баранкин? Так, ладно, они до 17 работают. Вообще, наверное, вы знаете, ребят, надо халабуду их переносить дальше. Так, денежки. О, 560 за раз. Вот это уже нормальная тема. Значит, давай ты ж типа обрадуйся, что вы там пришли. Ага, да. Так. Давайте быстрее. Правильно. Кто-то проходил, попрощались просто с ними и все.
пробовать зачать ребенка. Мне, блин, этих еще некуда расселить. Так, пока вы там занимаетесь, короче, что нам надо дальше? Питание. И, значит, ты поужинай садовым салатом, а ты сходи в туалет, прими душ. Ладно, прими холодный душ, так и быть. Че, уснула? Ну, такое что-то. Так, ты похавай. После того, как похаваешь тоже. Ну, правильно, она водичку пьет, экономная. Это тоже поужинаешь, еще что ли? Отправиться на прогулку. Звезды. Какие звезды? О чем вы вообще? Музыку бы мы послушали. Это да. Это была бы тема. Так. Мне не нравится, что я не вижу ее. Хотя все уже, по идее, должно будет ее повысить. По идее. Вы что-то... Оп, посмотрите, он ее поцеловал, она такая хлобысь. Из-под юбки достала тарелку едой, которую нужно помыть. Да, угу. Подари розу, и пока вы там будете дарить розу, я сделаю паузу и хочу посмотреть, сколько стоит мольберт. Потому что что? Правильно, потому что его нужно развивать, и нам уже хватает на мольберт. Куда его, блядь, поставить? Некуда. Если я его поставлю тут на улице, его скоммуниздят или нет? Давайте попробуем. Так, и что-то мне не нравится, подождите, пены, наверное, у нас, да, почему-то снаружи тоже получились зелеными. Интересно, почему же? Че, оно всю стену, блин, не закрывает, не знаю. Что за бред? Почему оно и внутри мне красит зеленым? Вы посмотрите. Может, из-за крыши? Может, это из-за крыши, кто знает. Так. Ну что, где тут все общее? Ага. И что это было? Не понял. Не понял, что это было, но понял, что у меня кровать пропала. А нет, она не пропала. Не пропала кровать, это уже меня радует. Так, лампа. Так, пипеточка. Что, с той стороны это тоже зеленый? Нет, все, теперь нормально. Так, знаю, этот график может куда-то поставить. Ну, мне его некуда ставить пока, так что. Мольберт. Так. Все, теперь нормально. В общем, не знаю, что я только что сделал, но что сделал, то сделал. Начинаем. У тебя хорошее такое настроение, как бы ты смотришь на то, чтобы нарисовать кокетливую картину. Ты, конечно, рисуешь ужасно, я это уверен, но... типа кокетливая картина, это когда два вот этих кота, типа, вместе едят макаронинку. Боже, это так мило. Все типа что ли? Опа, кстати. Понятно, хорошо, все, продавай. Так, а что ее жизненные цели? Заработать от 5.
Иметь в запасе 10 тысяч. Это будет не скоро. Так, ходи в туалет. Прими холодный душ и тоже отправляйся спать. В общем, потратил 100 баксов, 107 миллионов, заработал 71, ну ничего, мы сейчас из него сделаем художника. Мы из него... Сделаем художника, начнем поднимать нормальные бабки. Начнем поднимать нормальные бабки, можно будет конуру нашу расширить. Так, он скоро на работу. Быстро перекусить. Йогурт. Ага. Нет, нахер нам не вымывать руки, если можно почистить зубы. Давай, доедай. Так. Теперь же то же самое. Встала, перекусила йогуртом, ходила, покупалась, почистила зубы. У меня все будет четко. Так, спит она до последнего. А он уже все. Через сколько на работу? Через 3 часа. Ну, в принципе, она успевает. Ничего такого. Что-то не поела или что? Да нет, у вас все нормально. Нет. Давайте, у вас пока есть время до работы. Что-то у нее пузо какое-то появилось. Очень возбужденная. Давай быстро полоснись, пока есть время. Все, валите на работку. Так, хорошо, мольберт купил. Надо что-то думать следующее. Катеринка. Рад за Баранкина и за тебя. Так, у нее отлично этот, она должна получить повышение. Вот у него хорошее, ему повышение не скоро. Почты еще нет? Нет. И плюс есть повышение. Нормально. Теперь она секретарь. Хорошо, теперь у нее должна появиться, я так думаю, вот, навык обаяния. Блин, придется на нее зеркало покупать. Ну, конечно, не знаю. Это в наши планы не входило, но придется потратиться для того, чтобы... Хотя мы можем сейчас пойти в... Точно, нахрен оно нам надо. Мы сейчас пойдем в тренажерный зал. Но для начала я хочу посмотреть, что у них по параметрам. Так, у тебя нормально, ты хочешь жрать. Ну, ладно, уже ладно. Ладно, ладно, хорошо, 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 хорошо. Все, извиняй. Возобнови готовку. Так, а ты пока... Давай, потому что мы сейчас пойдем в тренажерный зал. В туалете там будешь качать обаяние, а он будет качаться. Да, убери помой в холодильнике. Надо, блин, кухню улучшать, больше делать. Поцеловать. Ты что, он жрет вообще, блин? И ты бы что-нибудь поела. Перекуси быстро йогуртом и валите. Он сейчас и спать ляжет. Ну, все, в принципе, и говорил. Так, потом поспишь.
Мы поехали в тренажерку. Так, есть. Стажем лишнее. Значит, ты пока газуй. Делать разминку. А ты... Иди к зеркалу и... Репетируй речь. Как-то так. Он как раз заодно себе и подымет досуг. Заодно качнет бицуху, потому что он что-то начнет жирнить, как я в жизни. Что-то нормально все. Иди прими душ. Вот немножко подпотел. Потом я хочу, чтобы ты истязал себя. Он прям, блядь, в полотенце пошел заниматься. Так, есть. Еще от ребенка Месельяна. Это хорошо, но, блин, сейчас мы его не потянем. Дружище. Так. Есть все. Обаяние у нас есть. Все, отправляемся домой. Мы сделали то, что мы хотели. Он немного подкачал бицуху. Она немножко потренировала свою речь, отрепетировала. Соответственно, мы подняли навык и можем ожидать ближайшее повышение по работе. Ребенка. Куда ты ребенка? У нас, блядь, полноценной кухни нету, блядь, ребенка. И спать. На работу уже. А нет, еще раз на работу надо будет выйти. Ну, а че ты не спишь? Где спать? Так, ты че? Угу. Ну, я думаю, тебе можно быстренько перекусить, сходить в туалет, почистить зубы и тоже ложиться спать. Вот как-то так, потому что вам на работу. Блять, он жрать хочет, наверное, сейчас проснется ночью. Через сколько на работу? Через 4 часа. Погнали. Тогда йогурт. Все по накатанной схеме. Через комфорт. Жрать, потому что хочет. Понятно. А, крепатура. Ну, как ты хотел, дружище. Ему, вот, судя по звукам, даже в парашу было тяжело ходить. Все, есть. Через комфорт убрали. Почистить зубы. Ты следующий у нас, да? А чё ты с ней перестал говорить, когда она на туалет пошла? Понятно, как обычно, ведь. С вами так денег не заработаешь, ребята. Ты зубы почистила, что-то я пропустил этот момент. Кстати, они же по идее на работе могут хавать, если я не ошибаюсь. Угу, да-да-да. Давайте, пока молодые, вы будете старые, это вам нахер не надо будет. Молодец, такая спортивная, вижу, что она хочет. В следующий раз придется, наверное, повезти ее в тренажерку. Карьерист, шаг за шагом. Флиртовать с кем-нибудь.
А, уже все, вам пора на работу. Пофлиртуйте потом, давайте идите зарабатывать. Сейчас пригоним его с работы из-за мольберта. Так, хорошо, она уверенная в себе. Но у него тут, а он нейтральный. Отличная мотивация на работе, хорошая продуктивность на работе. Ну, я рад. Есть. Плюс 600. Плюс 600 бачей. Симолеоновских. Так, и что там? Что-то мы было обсудить, восхищаться новыми альбомами, хвалить, сплетничать, поднять настроение. И предложить совет по карьере. Ну, предложи, посмотрим. Хорошо, ты молодой. Расскажи занимательную историю. Ого-го. Дружище. Тогда вот так. Хотя. Хотя. Мы можем себе позволить. Выходные же правильно. Мы можем позволить себе. Сейчас ты сходи в туалет. И повезешь ее. Чтоб меньше тратить деньги в баре. И повезешь ее в какой-нибудь ресторан. Он, блядь, спать хочет. Достал. Нытик. Блин, ну ладно, тогда завтра пойдете в бар. Тогда возьми, короче, тоже быстро перекуси. Блин, а даже толком его не поставишь за уверенную картину рисовать. Угу, может рассказывать анекдоты. Очень рад за нее. Дина. Прими холодную душу, раздуплись. Так, короче, им надо сделать полноценную кухню для того, чтобы они могли там. Готовить, жрать себе нормально. Это надо плиту, это надо, блин. Сейчас надо еще кучу денег потратить на строительство. Нет ничего лучше ощущения превосходства, когда последний босс наконец падает, когда Диана играет. Да, Диана, Дина. Пускай это для нее будет тоже хорошим этим. Продать коллекционеру. О, первая моя. Точнее, первая его. Спать. Первый заработок 11 баксов. Че ты приуныла? Не знаю, возьми там, покупайся, прими душ. И потом поиграй, к примеру, в телефон. Короче, что я вам скажу, пока ее не было, но все так не ломалось. Ну, это не до утра, почти будет спать, наверное. Так. Так. Наверное, в следующей серии, короче, будем делать перестройку. Возьмем, перенесем. Сейчас хочу глянуть с высоты. У нас дома что тут может располагаться. То есть это можно туда лупануть дорожку. По этой дорожке. Кстати, не то, что. И тут начинать строить дом. То есть, как положено, фундамент с подвалом, со всем этим. Но это, конечно, будет не скоро. Кстати, что это за хрень, я только сейчас увидел. Интересно. Быстро перекусить. Газировка неизвестной марки. Что это нормальный перекус. Так, я хочу, чтобы ты перекусил, принял душ и пошел покопал ту хрень. Что это такое?
Может, там какая-то хрень будет интересная. Что там бредит во сне? Блять, у тебя что, тоже руки и жопы, как у нее? Мы так никогда не соберем деньги на создание династии. Так, все, она проснулась. Все, холодильник сломался. Ёлки, ребята, ну что у вас, блин, происходит постоянно? Быстро прикусить. Опять сломался? Что это за бред? Чтоб я еще током дурочку не убила. Вторую рисую. Где тут додик? А, пришел. Все, починил. Красава. Блин, а то, что денег всадил. Я в шоке. Ребята, у кого-то такое было, пишите в комментариях. 3 раза ломался холодильник, 3 раза у меня, 3 раза он опять ломался. Че, он тут радостно, блядь, смешно сильно. Продавай. Давай, кокетливую картину рисуй. Можно накидывать тип рыбы. Че, нарисовал? Нет, надо рисовывай. Так. Повесим ее сюда. На память о его начинаниях. Нет. А, ты... Не, ну ладно, в туалет иди. Я хочу, чтобы вы поехали где-то похавали. Нормально. Хотя я вижу, он не сильно хочет, он пошел рисовать, ну туда рисуй. Вот она болтушка у него, конечно. Постоянно тут с ним тусит. А чем маленькую ты рисуешь? Листают арбуз и что-то такое. Продавай. Давайте картину поп-арт большую. Залупи. Ты, короче, пошла бы, подала бы обед салат на всех. Пока он рисует. Что такое? Нет места? Ну так убери и помой и возобнови. Как тебе такой вариант? Чася, рисовывай давай. Вот эта картина бомбическая. Я в шоке. Ну, вместе похавать, я не знаю. А, вы уже хавать, ну хавать. Так, что тут у тебя внимательное? Хорошо, что ты внимательная. Пойди потом в туалет. Так, ты поел? Поел. Дальше, короче, пошел лупить. Вошел во вкус. Мне кажется, ему даже уже, наверное, не надо будет. Так, ты кто? Фамилия. Элиза, мы тебя не звали. У нас есть салат, и он наш. Он сейчас дорисует, наверное, и продадим. Как вы меня достали уже?
Иди вытирай стол. А, нет, не сломали. Ладно, повезло. Сколько осталось? 8 часов до истечения срока. Так, убирать. Шумага, давай уже. Только не обоссись или не обоссысь. Кого не еще пока. Пока не пропало. Ты бы тоже, кстати, досуг. Развлекайся. Сказочное богатство. Заиметь в балансе, да. Смотрите на этого дурачка, он, короче, теперь... Да хватит. Больше того, как понесло, блин, его теперь не остановить. Когда суп у него поднялся, возобновляй. Ты еще тоже поешь, пока есть что есть. Еще по времени, там можно и спать ложиться. Он дорисует картину, его тоже спать отправим. Продать кондиционер. Ой, пил кондиционер коллекционеру. По какое место интересно мне, вот куда он поставит. А, в холодильник. Спать. Ну, короче, на картинах мы так нормально 7 миллионов подняли. Мотивация хорошая, отличная. Значит, будет повышение, скорее всего. Так, взять остаток пищи. Блин, вот это то, что они, конечно, на кровати спят, меня так подбешивает, если честно. Что такое? Ха-ха-ха-ха. И у нее тупо все зеленое, я ее вывел тупо на идеальный этот. Так. Что ты вообще? Что ты вообще хочешь? Романтик, практичное, предпочтение, музыка. Не нравится. Нравится игра на пианино, фитнес, видеоигры, смешивание напитков. Мне нравится рыбная ловля, садоводство, механика. Поп-музыка, цвет зеленый, черный. Понятно. Значит, тебе нравится фитнес, да? Игра на пианино. Ну, пианино мы себе пока позволить не можем. А фитнес сейчас мы глянем примерно, что тут у нас стоит. Какой фитнес-то? Это детское все, это не то. Ну, хотя дорожка он 900 стоит. Столярный станок, боксерская груша. Блин, шахматы будем купить. Ладно, это все потом. Давайте, пока я так подумал, им еще окошко добавим. Не то промахнуться. Окошко им добавим еще. Так, а то, мне кажется, мне тут слишком темновато. Вот так. Ну, можем себе позволить, если вы понимаете, о чем я.
Что там у нас по счетам? Внимание. Так, хорошо. У тебя все хорошо, и у тебя тоже все хорошо. Поболтать, поболтайте. Так, давай заняться в уху, а потом сделаем картину какую-нибудь интересную. Счастливый, так абстрактная. Хочу в стиле реализма большую, чтобы ты нарисовал. Вы знаете, мне кажется, что ему надо этот поставить здесь скамейку, чтобы она могла с ним здесь сидеть постоянно. Ой, случайненько, извиняюсь. Давай, дорисовывай уже. Ну, такая неплохая, кстати. Картинка-то получилась. И что там? А, уничтожить еще. Да давай дорисовывай. Есть. А, это он навык получил. Ну, конечно, ему нравится живопись. Нифига себе. Какую картину же за 101? Что-то хрень ты нарисовал. Абстрактная картина. Давай большую. Да. У вас там такие интеллектуальные разговоры. Она хочет спортом заниматься. Ну что ж придумать? Все дорисовал? О! За эту хрень он, блядь. Есть такое. Так, а че ты ушел? Кто тебя отпускал? Типа чего, дорисовал все? Нарисуй бабенку свою. Кстати, я считаю, ракурс хороший получился. Так, хватит его доставать. Значит, взять остатки пищи, да. Есть такое дело. Ну, отличная шфотка получилась. Только очень такая светлая. Чьи коллекционеры можно продать? Та! Бомбически. Но мы продавать ее не будем. Мы ее сюда впихнем. Тоже на память останется. Так, а что там? Нарисовать три эмоциональные картины. Ладно, пожри. Так, пожрал, теперь покупайся. Ой, сади в туалет, покупайся и давай, короче, парт. Мы должны потратить эти выходные продуктивно. Дина карьерист. Карьерист очень амбициозный, если на работе все ладится или наоборот, из рук вон. Понятно. Что ты хочешь? Слушать поп-музыку, купить новый компьютер.
Дина хочет. Нет, просто нуждается в этом. Он там уже такие он шедевры лупит. Она хочет позапендривать его. Так, а ты не стой. О, 303. Так, красота. Опа. Это что-то. Смотрите, он сам уже пошел и рисует. Так, у тебя тут что, все получается? Отлично. Давай остатки еды доедай. Она уже спать легла. А, блядь, не успел. Ладно. Иди продай сначала. Теперь ложись спать. Ну, это им на работу. Так, 1300, пускай они сейчас где-то 500-600 принесут. Ну, в общем, если на выходных вот это накручивать так, то в плане картин, то это очень даже очень неплохо получается. Так, и потом зубы почистишь. Ты еще подорвался. Туалет тоже. На, все уже тут испортилось, и да, он не успел быстро перекусить. Ну, как обычно, Дина, как обычно. А лужи кто будет вытирать? Вот так, молодец. Тебя уже на работу через херню времени. Забыл печь почистить. Блять, ну он чистил зубы, она его оторвала, потому что, блядь, чтобы поцеловать. Это же мне их вот эти... Романтика их меня начинает напрягать. Звонили, не успел. Так, здравствуйте, Дина. Я хочу перейти на новую работу. Что-нибудь посоветуете? Следуйте за луч сердца. Почта доставлена. Угу, 470. Чуть-чуть добавил, блин, этого. Чего ты хочешь? У меня получилось, даже с моя. Хорошо. Рад. Рад. Потребность в музыке. Да, значит, есть у нас это дело. Оплатить. Батюшка, смотрите, как она уже серьезная подружанька. А чё ей... Навык логики. Понятно. Надо, значит, газовать. Значит, надо газовать. Учить тебе логики. Но это будет потом. Я так думаю. В следующем видео. Ребятки, спасибо за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал, если вы это не сделали. Я думаю, что, конечно, до этого момента никто не досмотрел, но все равно всем спасибо, пока и до скорых встреч.